Цими вихідними Дніпро прийматиме другий етап чемпіонату України з автомобільного кросу. Змагання відбудуться на території балки селища Дослідне на унікальній за своєю конфігурацією трасі. У чому її особливості та чого чекати від гонки, поговоримо з представником Федерації автоспорту України Олександром Фельдманом. Здравствуйте. Добрый день. Ну и так, вам все карты в руки, по большому счету. Рассказывайте и завлекайте. В Днепропетровске у нас уже несколько лет проводятся соревнования уровня чемпионата Украины. Была построена уникальная трасса. Уникальная она по конфигурации, по ее месту расположения. Она достаточно безопасная. Это самое главное ее свойство для зрителей. И просматривается с любой точки на 70%. Вот. С каждым годом мы... приводили ее в надлежащий вид для европейского уровня соревнований. В этом году, заручившись поддержкой городских властей и нашего городского головы, начали новый этап. Он называется «Европейский этап чемпионата Европы», ну, или кубковой гонки. Мы его сможем провести где-то в 2019 году. В этом году мы сделали старты, соответствующие европейским, то есть они асфальтированные у нас. Сделали трибуны зрительские и подъездные пути. 17 числа будет начало соревнований. Регламент сделан так, чтобы мы могли иметь прямой эфир. На сегодняшний день это только канал «Автоспорт» в YouTube. В воскресенье будем иметь эфиры на телевидении, то есть максимальное количество граждан мы привлекаем к этому делу. Из спортсменов будут спортсмены из Молдавии, будут спортсмены из Минска. Вот, приезжает самый титулованный на сегодняшний день в Украине пилот Александр Петрович Салюк. Мы его знаем по выступлениям в ралли и за рубежом. Да, достаточно известная личность. Вот. Он уже подтвердил свое участие. Будут наши днепропетровские все спортсмены, которые чемпионы. Сергей Черный, он стал чемпионом в прошлом году и в Украине, и в Молдавии, выиграв в свои за 50, вот, 4 чемпионских титула. Это очень здорово. Сергей Потийко, наш днепропетровский спортсмен, тоже чемпион страны. Ну, как бы зрелище обещает быть очень интересным, очень захватывающим. Думаю, эти эмоции мы сможем передать и через телевизор, и через новые возможности YouTube. Если говорить о уникальности трассы, в чем? Вот все говорят, уникальность. Уникальность трассы. Я начал с этого. Это самое, как спортсмен вам могу сказать, интересно там, где скорость, интересно там, где можно бороться, интересно там, где можно скрещивать траектории. Наша трасса позволяет, и она не имеет идеальной траектории. Ты можешь делать обгоны, ты можешь использовать разные приемы. Она исключает или дает возможность бесконтактно, то есть не выбивая другого спортсмена из трассы, совершать обгоны. Это самое вот ее такое достоинство большое. Ну и максимальная скорость до 150 км в час на глазах у зрителей. Максимально безопасно, потому что она находится в амфитеатре. Как бы трасса построена амфитеатром. Зрительская зона вся находится наверху. То есть, элементы безопасности. Элементы безопасности. Ну, из природных условий мы выбрали такое место. Природные условия нам помогли это сделать, конечно. То есть безопасность обеспечена, ну, на 99,9%, если так можно выразиться. Что еще? Она позволяет проводить несколько мероприятий в год. Почему мы делаем 4 этапа? То есть в обе стороны трасса рабочая. То есть у нас 2 старта против часовой, по часовой стрелке. Она одинаково интересна. Самое зрелищное, это, конечно же, наш трамплин, который находится рядом с VIP-зонами. Вот. Позволяет она разместить до 10 тысяч зрителей на сегодняшний день. 5 на автомобилях могут приехать, расположиться так называемые фан-зоны. Мы начали осваивать, мы называем ее зона Е, противоположную сторону от сервис-парка. И привлекаем в этом, в воскресенье будет заезды так называемых автомобилей кантри-кросс. То есть они более доступны обычным, скажем так, неподготовленным спортсменам на сегодняшний день. Хотя чемпионат Украины уже проводится в этой дисциплине, он проводился 3 года. И в Днепропетровске не было еще такого соревнования. Это автомобили Polaris, известные и Канамы, которые продаются
в сети этих торговых марок. Вот они требуют минимальное количество переделок, и последние модели как бы готовы участвовать уже в чемпионате Украины и в Кубках Украины. Ну, мы поговорили достаточно много о взрослых, но, насколько я знаю, там что-то вот такое интересное и с участием, скажем так, несовершеннолетних гонщиков предусмотрено. Давайте поговорим об этом. Это дисциплина, автокросс, дисциплина как бы самая доступная в автоспорте. Позже переросла в достаточно дорогую, как и все, потом в ралли-кросс. Но так складывались обстоятельства, что спортсмены изначально брали своих детей на соревнования, ну и, конечно же, привлекали их. Так родился класс мини и юниорский класс, класс юниор мини и мини. Дети от 4,5 лет уже могут участвовать. То есть еще говорят плохо, но уже ездят хорошо. Плохо, да, но в картинге это и того раньше можно было делать. В наших соревнованиях достаточно сложно было обеспечить максимальную безопасность, так как автомобили – это контактный все-таки вид спорта. Но, тем не менее, удалось последние, наверное, уже 10 лет, как у нас в стране проводится по этим двум зачетам, выросло уже немного. Достаточное количество и чемпионов, и в более старших классах. На сегодняшний день у нас будет порядка 10 таких малышей. Они в возрасте от 5 до 11 лет. И скажу вам, захватывающее зрелище похлеще взрослых. Ну, не могу не спросить вас, вы все-таки представитель Федерации автоспорта Украины. Вот деньги крутятся, вкладываются, потому что, знаете, спорт все время в состоянии пике в Украине, да? Ну, понимаете, у нас автоспорт – это не олимпийский вид спорта, поэтому со стороны государства нету бюджетов, и на автоспорт не выделяются деньги. К сожалению, осталось со времен еще СССР и ДОСАФа. Я, допустим, пришел в 97-м году, но что государство должно его содержать, до сих пор еще не искоренено. Мы сейчас, конечно же, взяли совсем иной вектор развития. Автоспорт, как и во всем цивилизованном или нецивилизованном, можно, наверное, правильное слово, более развитом состоянии своем, зарабатывает деньги, а не тратит. И пилоты получают зарплаты и достаточно высокие. Ту картинку, которую мы видим за рубежом, мы просто ее здесь не видим и не можем себе позволить. Поэтому мы не должны ни у кого ничего просить. Мы должны просто делать наши соревнования безопасными, красивыми, яркими. Они должны быть интересны зрителям. На них должны продаваться билеты. Они должны показываться в телевидении. И, соответственно, кроме как спонсорской и помощи меценатов, на другие средства никто не должен рассчитывать. Но с другой стороны, смотрите, если государство не вкладывает в популяризацию спорта, то что мы потом будем строить? Это немножко другая история, тема. Государство вкладывает в здоровый образ жизни общества, а он зависит от того дела, которым мы занимаемся. И мы видим на примере в нашем городе властей, то есть лояльное отношение или, скажем так, даже помощь ту, которую оказывают власти, конечно же, они ее получают. Наши пилоты несколько программ по обучению вождению. То есть тот опыт, который мы на сегодняшний день имеем, там 1000 человек лицензированных спортсменов на территории Украины. Все, что мы можем передать, это опыт, это знания. У нас на сегодняшний день полиция реформирована. Они получили оружие, они получили навыки, они получили все, включая автомобиль, который у них... так, чтобы никого не обидеть, он у них средство повышенной опасности, а не средство дополнительной защиты. В этом направлении мы работаем, и тот опыт мы делаем, и зарубежный опыт, который мы можем использовать, и методологии, которыми мы пользуемся, конечно же, передаем и с государством, и с обществом делимся своими знаниями. Ну и так, давайте еще раз все-таки вернемся к тем событиям, которые будут происходить в ближайшие дни. Знаете, есть такое понятие
услышал и пришел? То есть вот как достучаться ко всем тем, кто никогда не участвовал, никогда не был в качестве зрителя, но вот услышав вас, захочет приехать и все на самом деле мы организовали в этот раз достаточно просто. Компания «Лоцман» у нас в городе известная, занимается логистикой и транспортными перевозками, в том числе и маршрутными. Вот, она поддерживает, ее руководитель поддерживает соревнования. Организованы маршруты доставки зрителей от Стополя, от эпицентра, бесплатно на трассу. На трассе сделаны 6 фан-зон. Они в общей сложности могут принять до 4000 зрителей. Это абсолютно бесплатно. Вот, организована одна так называемая зона для гостей. Организованы площадки для автомобилей. Граждане, которые на собственных автомобилях в основном добираются, они могут прямо на автомобиле подъехать непосредственно в близость к трассе. Достаточное место для парковок. Всего сделано с запасом от первого соревнования, которое нас посетило там 1500 человек по нашим подсчетам, на сегодняшний день в 4 раза. Если говорить о мерах безопасности, вы сказали в цифрах 99,9. Как это будет выглядеть на практике? Меры безопасности, еще раз повторюсь, это естественный ландшафт трассы, который зрители находятся в такой обстановке, в которой им не надо передвигаться, перебегать на трассе, перемещаться. Они видят практически все. 70% трассы с любого места можно обозревать. На остальных участках сделаны на сегодняшний день, то есть ту часть трассы, которую не видно, мы планируем выводить на экраны. То есть ту прямую трансляцию, которую на сегодняшний день, это, скажем так, ноу-хау, которое мы раньше не делали, для нас ноу-хау. И будут дополнительные экраны. Вот эта пассивная безопасность, так называемая, и обеспечит нам 99,9. Зритель, он кроме зрелища, он еще хочет и хлеба. То есть вот попить, поесть, вот эта логистика продумана? Да, конечно. Я повторюсь, что это четвертое соревнование такого уровня, как бы чемпионат Украины, это для спортсменов, для зрителей каждый раз. Мы все пожелания учли. Да, спасибо за подсказку. В этот раз будет организовано 10 точек по напиткам, 10 точек по питанию. Я думаю, достаточно комфортно будет. Мы смотрели погоду, которая может повлиять на любое запланированное событие. Погода должна быть не дождливой. В воскресенье, даже если будут дожди, то есть дополнительные палатки от дождя, от торговых матрок предусмотрены. Ну и приглашайте. Приглашаю всех граждан, гостей города к нам на 17-18 июня, суббота-воскресенье, начиная с 10 часов утра и до 6 часов вечера с перерывами небольшими в час будут проходить соревнования. Называются они чемпионат Украины по автокроссу. Это будет второй этап. И через месяц будет третий этап. И, надеюсь, будет заключительный этап в городе Днепропетровске уже осенью. Ну что, желаю, чтобы у вас все получилось. Дякую. Спасибо большое. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що говорили про другий етап чемпіонату України з автомобільного кросу з представником Федерації автоспорту України Олександром Фельдманом.